Всем здравствуйте! С вами главные новости. Средства массовой информации пишут, что Министерство иностранных дел Германии прокомментировали убийство Захарченко. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт сказал, что правительство пристально наблюдает за обстановкой в Донбассе после убийства Захарченко. «Применение насилия по определению заслуживает осуждения», – сказал он. По его словам, ФРГ призывает все стороны конфликта на востоке Украины продолжить конструктивные переговоры в рамках трехсторонней контактной группы, а также в нормандском формате. Он заверил, что правительство Германии, канцлер и МИД продолжат участие в этом процессе. Напомним, что глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке. Украинские власти отрицают свою причастность к взрыву. Но те, которых удалось задержать после теракта в Донецке, признали, что работают на Киев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство Александра Захарченко сводит к нулю весь смысл Минских соглашений. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были главные новости.